Очень хорошие вопросы. Мне очень понравились зрители, очень внимательно смотрели. Потом я слышала даже отзывы в коридоре, которые ребята друг с другом делились, что им понравилось. Мне тоже понравилось. Страхов не было, мы просто работали. На этапе стартапа дело в том, что когда ты уже в это ввязался, когда ты уже решил, уже страхов не может быть, ты уже должен работать вовсю, чтобы у тебя что-то получилось. Главное — системно работать. Ну, к сожалению для себя, я утвердилась скорее во мнении, что не владеют темой. На мой взгляд, все-таки нужно больше готовиться к таким мероприятиям, особенно ведущим.